Напротив автостоянки «Бэмза» неизвестный врезался в машину сотрудника завода и уехал с места аварии. Все произошедшее записано на камеру видеонаблюдения. Подробности в следующем сюжете. Утром 18 января примерно с 8 до 10 часов напротив автостоянки «Бэмза» неизвестный, видимо, пытаясь припарковать свою машину, разбил рядом стоящий автомобиль марки «Тойота Корса». Вместо того, чтобы дождаться хозяина или оставить свои контакты, нарушитель скрылся. Камера видеонаблюдения, находившаяся на здании возле парковки, все зафиксировала. По словам потерпевшего Виктора Маляка, утром он припарковал машину и, как обычно, пошел на работу. Неприятный сюрприз обнаружил в конце рабочего дня. Заднее крыло разорвано и разбито заднее, как бы сказать, стоп-фара. То есть там нет, там дыра просто. Отверстие в машине. Не поврежден ни бампер. Ну, помят капот немножко, задняя вот эта крышка. То есть удар произошел правой стороной в правую сторону, как потом на камере мы посмотрели. Есть подозрение, что недобросовестный водитель также является сотрудником БМЗ. Найти нарушителя будет непросто, говорят в полиции. В тот день по статистике зафиксировано 16 подобных случаев в Бирске. За прошлый год такое правонарушение совершено 172 раза. Согласно статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, покидая место дорожно-транспортного происшествия, участник аварии нарушает правила дорожного движения Российской Федерации. Ему грозит административное наказание в виде лишения прав на управление транспортным средством на срок от года до полутора лет или административный арест на 15 суток. Непорядочному водителю лучше объявиться самому, заметил Виктор Маляка, чтобы решить вопрос с минимальными последствиями.